Обязательный контроль температуры при входе и обработка антисептиком. На одном из крупных предприятий промышленного района Самары рабочий день начинается с проверки самочувствия сотрудников. Здесь трудится более 500 человек, поэтому безопасности уделяют особое внимание. Это введение масочного режима, замер контроля температуры на входе, значит, более тщательная уборка мест общего пользования, дезинфекция рабочих мест, проветривание помещений, вот, ну и, значит, личная культура здоровья, в том числе, значит, это дистанцирование. Как предприятия района соблюдают предписания Роспотребнадзора, проверяют специалисты районной администрации. Ситуация как бы, ну, благополучная, потому что все соответствует предъявляемым требованиям. Пока на сегодняшний день никаких серьезных нарушений не выявлено. Мониторинг проводим ежедневно, данные представляем в Департамент экономического развития. Регулярные проверки проходят и на крупнейшем предприятии Октябрьского района. Здесь работают более 1000 человек. С начала пандемии новой коронавирусной инфекции здесь не зарегистрировано ни одного случая заражения. Сотрудники уверены, это благодаря своевременным мерам профилактики. Соблюдается масочный режим, соблюдается полутораметровая дистанция. На входе, на проходной, измеряется температура тела. Поверхности обрабатываются дезинфицирующими растворами и проветриваются помещения. Районные власти также следят за соблюдением требований Роспотребнадзора ежедневно. На контроле 14 предприятий. Мы систематически проводим проверки, проверяем, каким образом обеспечивается входной контроль, температурный контроль, социальное дистанцирование. В ежедневном режиме мы связываемся, чтобы мониторить, каким образом, какая ситуация у них складывается. То есть, если у нас возникает где-то сложность, напряженность, мы должны, естественно, об этом знать наравне с Роспотребнадзором. Проверки самарских предприятий продолжатся во всех районах города. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события.